нет ли у тебя каких-то... Провокационный вопрос, не буду отвечать. 51-я статья. Ну хорошо. Сам сейчас на себя наговорю. Перефразируем тогда еще. Не обнаружил ли ты в эти дни нахождения дома какую-то интересную книжку, которую ты мог бы посоветовать всем? Или какой-то интересный фильм, который... Я вообще очень интересный человек, и у меня всегда до коронавируса было все интересно. И вот это я не понимаю, что раньше у тебя было все неинтересно, а ты теперь засел дома и стало так интересно. Нет, просто руки дошли, руки дошли. Это самообман. Руки доходят, вот чем у тебя больше дел, тем больше ты справляешься. И тебе еще больше дел, еще больше справляешься. А когда у тебя никаких дел нету, ты вообще ни с чем не справляешься. У тебя происходит завал. Это логика вообще обыкновенная. И когда вот это начинают тебе говорить, что вот вы сейчас останетесь дома, и у вас только станет интересного, да у интересного человека всегда, всегда, всегда интересно. Не только в коронавирус.